Глава 6. Применение уравнений равновесия систем сил в задачах статики. Прежде чем приступить к решению задач, дадим ряд общих методических указаний. Решение задачи начинается с выбора силы равновесия, которой в данной задаче необходимо рассмотреть. После этого на чертеже изображаются все активные силы, приложенные к телу. Далее, тело мысленно освобождается от связей, а действие их заменяется реакциями связей. Эти реакции также наносятся на чертеже. Если линия действия какой-либо реакции заранее известна, то она раскладывается на составляющие параллельные осям координат. Составляющие реакции обычно направляются в положительные стороны оси. Затем составляется уравнение равновесия. Нужно выбрать форму этих уравнений, которая даст возможность составить более простые уравнения, упростить решение задачи. За центр моментов полезно выбирать точки пересечения линий действия двух неизвестных сил. Если полученные при решении уравнений значения каких-то реакций оказываются отрицательными, это значит, что в действительности они направлены в стороны, противоположные принятым на чертеже.